СТС Лав представляет. Говорят, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. В нашем шоу «Сердца за любовь» все по-другому. На 5 девчонок сотни парней. И у каждой есть 1000 баллов сердец, на которые она может выбрать себе лучшего спутника. Парни сами назначают себе цену. Я оценил себя 500 баллов. Как мелочевку не хочу себя оценивать, потому что это номер моей квартиры. В родном городе, пожалуй, можно только мороженое купить. Но есть подвох. Девушки делают ставки вслепую, не видя парней и зная о них лишь то, что они указали о себе в анкете. Я посмотрю! Я всегда играю. Мне кажется, не то ориентация. Если он умеет жарить картошку, значит, он умеет еще что-то жарить. После ставок девушек у парня будет 30 секунд, чтобы произвести впечатление. Вот она я. Горячий мужчина. Ну, нормально, давай, вот, давай, ну как раз. Хоть сексом-то умеешь заниматься? Своя. От него зависит, будут ли за него бороться. Так, я сейчас не поняла! Или сольют. Я девственник. Спасибо. Пока. Нет. Давай, пока, иди пока. Уже. Если парень не понравится, девушки могут отказаться от него. Я не смогу быть с мужчиной, у которого грудь больше, чем я. Пас. Желаю удачи. Красненькая. Но их первоначальная ставка все равно сгорает. Все сердечки также сгорят, если девушка пошла ва-банк. А вас ждут фуфло. Фуфло. Счастливо. Сама ты фуфло. Если несколько девушек пошли ва-банк, то тогда уже парень будет решать, с кем он отправится на свидание. Сделай правильный выбор. Выбери меня. Прямо сейчас 5 девушек вступают в борьбу. Знакомьтесь с сегодняшними участницами шоу. Анжела, 26 лет, считает, что девушка должна быть как выдержанный дорогой напиток. Пьянить, бодрить и втягивать в приключения. Она именно такая. Ищет настоящего ценителя. Ольга, 23 года. Креативная и немного агрессивная. Прежде чем согласиться на свидание с парнем, пригласит его на фотосессию, чтобы оценить все его достоинства и понять, насколько он умеет раскрыться. Дарья, 17 лет. Ненавидит повседневность и старается каждый день сделать праздником. У нее это отлично получается, так что парню с ней очень повезло. Евгения, 17 лет. Неординарная личность. Любит удивлять и удивляться. Ненавидит парней, которые принимают обыденность как должное. Такому рядом с Женей точно не место. Анастасия, 18 лет. Красивая и смелая, как лебедь белая. Обожает производить первое впечатление, потому что оно незабываемое. Ищет парня с добрыми глазами. Привет, девчули. Привет. Зачем пришли? За парнями? Самый лучший парень сегодня мой. Это вряд ли. Да, конечно. Слушать вас неинтересно, смотреть на вас тем более. Я буду выбирать парней. Замолкни, пыль. Так, все замолчали, играем за 100. Александр, 28 лет. Повар в модном ресторане. Играет в настольный теннис и шахматы. Король вечеринок. Великолепно танцует. Настоящий человек-праздник. Ищет добрую и умную девушку. Я думаю, что я ему подхожу, поэтому я в игре. Любопытно посмотреть. Повар, это круто, когда мужчина готовит. Я, конечно, посмотрю. Мне нравится то, что он активный. Я в игре. Я себя оценил 100 баллов, наверное, потому что не хорошо подготовился и... Надо было еще чуть получше отрепетировать. По маме я еврей, по папе украинец, но я не проходимец. Пришел я сюда танцевать, одну из вас сердце завоевать. Я крутой парнишка, заводной. Выбирай меня таким, какой есть. Из любой. Ты знаешь, я думаю, ты мне будешь дышать в пупок. Вообще, ростом вообще никак, извини. Я пас. Не про меня. Согласна. Да. Извини, без обид.
Пас. Пока. Бай-бай. Чао. Красотки. Такой спортсмен, такая фигура просто. По нему видно, что он повар. Кошмар. Булочки да повар переел. Угу. Ну да, мог бы быть, конечно, более подтянутым, но вообще трешак, девочки. Просто оказались они стервы и открыл им всю душу Ане, и такие меня не вымрали. Может, давайте возьмем парня за 500? Давайте, а то опять будут такие же. Будем надеяться, он будет симпатичным. Посмотрим. Сергей, 30 лет. Юрист в крупной международной компании. Марафонец. В свободное время поет в караоке, играет на гитаре и жарит шашлыки. Ищет порядочную девушку с хорошей фигурой. 30-летний с принципами фигуристу ищет. Это про меня. Играет. Да про тебя только картавить. Фигуристая, блин, где эта фигура? Сальмонелла. Фигуристая тут я играю. Знаете что, он старше меня на 13 лет. К такому я не готова. Не люблю парней, которые ценят женщин только за фигуру. И опас. Посмотрим, как он споет. Я оценил себя в 500 баллов, потому что я классный, я молод, я талантлив. И я стою этих 500 баллов. Привет, девчонки. Меня зовут Сергей. Очень приятно вас видеть. Очень красивые. А что у тебя за пятно на рубашке? Так рад нас видеть был. Да, конечно. Это, наверное, у меня под сердцем. Так вспотело. Это он слюной обкапался. Не люблю слюнявых, я пас. Ну, может, хотя бы споешь нам? Ну, я, к сожалению, не певец. В караоке поешь, друг? Ну, это в караоке, для этого нужно выпить. Так ты еще и алкаш? Нет, просто с друзьями выпиваем. Извини, я пас. Ты мне сразу больше всех понравился. Ты мне тоже понравился, я тебя выбираю. По мне, так это отвратительная пара. В смысле, как и люди. Ну, отвратительная, он отвратительный, она отвратительная. Идеальная пара. Мне кажется, Сергей покорил мое сердце тем, что мы с ним родные души. Он чем-то на меня похож. Занимаюсь спортом. У меня большие планы на будущее в юриспруденции. Я думаю, что Анастасии это понравилось, и она выбрала меня. В борьбу за парней вступает еще одна красотка. Виктория, 25 лет. Скромная и милая девушка. Считает, самое лучшее – это выспаться. А вот после этого идти во все тяжкие. Ищет веселого спутника для сна и приключений. Как лошадь выглядишь в этих туфлях? Ужас. Давайте все-таки смотреть парней. Давайте смотрим за сколько? Давайте за 100. Давайте за 100. И за 500 плохие, и за 100. У меня целая 1000 сердечек, поэтому выбираем за 500. И что, мы теперь тебя все должны тут слушать и в ноги кланяться? Безусловно. А не слишком ли многого ты хочешь? Так вы здесь сколько сидите уже? И что? Так могли бы уже выбрать. Значит так, мы смотрим за 300. Нас больше, поэтому выбираем за 300 парня. Все, 300, играем. Лучше не вякай. Ладно, смотрим за 300. Максим, 24 года. Предприниматель из Санкт-Петербурга, спортсмен, зожник и симпатяга, ищет верную, целеустремленную девушку. Слишком молод для меня, я пас. В 24 такой самостоятельный, это очень круто, я посмотрю. Давайте я с вами, я тоже, пожалуй, на это полюбуюсь. Очень интересно, обожаю зожников, я посмотрю. Я очень целеустремленная. У меня большие планы на жизнь, а он перспективный, поэтому я посмотрю. Я себя оценил в 300 сердец, потому что я еще не настолько успешен, как хотелось бы. Девчонки, привет. Я из Питера, целеустремленный. Много работаю, спортсмен. Ищу девушку для серьезных отношений. И, в принципе, все. Главное, чтобы в отношении было доверие
И я думаю, на этом мы построим настоящую пару, женимся, родим много детей, и все у нас будет в гору. А ты можешь продемонстрировать какой-нибудь из своих талантов? Я умею танцевать. У тебя цели какие? Ты говоришь, целеустремленные. Так какие цели? Цели? Построить большую, огромную компанию. У меня сейчас есть компания плюшевых медведей. И в Петербурге есть свое кафе. Я думаю, для начала это неплохо. Тем более мне 24 года. Прошу заметить. Ты мне нравишься, я иду ва-банк. А как ты этого добился? Ну, я приехал из города Кирова. Приехал в Санкт-Петербург, очень много работал. У меня была цель добиться хоть чего-то на данный момент. И вот я добился, хоть и немного, но добился. Сейчас приехал в Москву, тоже сейчас строю большую компанию плюшевых медведей. Ну, то есть, получается, ты этого сам достиг, да? Конечно, конечно. Не знаю, мне нравится, интересный молодой человек. Я иду ва-банк. Слушайте, я только пришла, я еще посмотрю. Мне, конечно, ты достаточно интересен, но... Возраст как-то все-таки ты меня старше достаточно намного. Ну смотри, какой у тебя очевидный выбор, я или она. Девчонки, вы меня должны как-то удивить. Я не знаю, станцуйте, может быть, отожмитесь. Будем каждыми вечерами с вами отжиматься, правильно? Вы меня должны тоже удивить. Я бы с радостью отжалась, но я в юбке. Я могу стих рассказать. Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали. В первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь, как запущенный сад, был на женщин и зелье падки. Разонравилось пить и плясать, и терять свою жизнь без оглядки. Все. Тебе не скучно? Где рифма, дорогая? Зато со мной будет интереснее, чем да с тобой. Что, ты это что можешь продемонстрировать? Ты ей чем-нибудь можешь ответить? Я не собираюсь конкурировать, я пришла выбирать. Ну, вообще-то, теперь я выбираю, и я выбираю девушку, которая прочитала мне стих. Да, ради бога. Ну и оставайтесь здесь, лохушки, а я забрала самого лучшего. Ой, такие милые, вот прям дети. За ручку возьмите, что так? Ой. Желаю вам поплакать вместе. Обнялись так. Я считаю, что Евгения дала мне сердца, потому что я капитальный красавчик, и я... предприниматель. Я думаю, что я ему понравилась, ведь у него был выбор, и он выбрал именно меня. Я думаю, что у нас сложится будущее. Не буду загадывать, посмотрим. Совместное будущее возможно будет, возможно нет. Надо встретиться, пообщаться еще раз и узнать друг друга лучше. Слушай, Анжел, зря, конечно, ты с ним не пошла. С тебя бы блекало на мишек снимали. Ой, знаешь, с меня были бы плохие мишки, вот с тебя хорошие. Не буду с тобой спорить, как бы ты ни было, ты пошла ва-банк. Тебе пора. Ой, не очень-то и хотелось. Пока, неудачница. Мне показалось, что парень был конченый, потому что как можно было не выбрать такую красотку, как я? Он многое потерял. А шоу в целом, конечно, мне понравилось, только девочки беспонтовые были, колхоз какой-то, и все. В борьбу за парней вступает еще одна красотка. Дарья, 23 года. Учится на экономиста, а в свободное время подрабатывает моделью нижнего белья. Даше нечего скрывать, она совершенство. Ищет парня, способного произвести на нее впечатление. Девочки, привет. Папика искать не здесь, прости. Тебе на панель. Почему? Потому что просто у кого-то слишком кривые зубы, и он очень много завидует. В студии появляется следующая участница. Катя, 25 лет, подберет наряд и с пристрастием проинтервьюирует того, кто окажется достоин ее внимания. Я предлагаю посмотреть парней за 100. Блин, я так дешевить не хочу. Ну, с чего-то начинать надо. Поверь мне, здесь за 100 иногда очень такие сексуальные форменные персонажи. Да. Бицепсы там. Как раз твой типаж за 100. Давайте, окей. Смотрим за 100. Давайте. Владимир, 20 лет. Парень с золотыми руками. В доме может все. Увлекается резьбой по дереву. Любит бег по пересеченной местности. Не боится трудностей. Ищет девушку с горящими глазами. Золотыми руками. Прям настоящий мужчина. Хочу, чтобы он меня взял на руки и отвез куда-нибудь. Я, в общем, играю.
Он молод, но, может быть, он амбициозен. Посмотрим. Я думаю, он интересный. Я в игре. Он ищет девушку с горящими глазами. Я думаю, я ему могу подойти. У меня просто много сердец. Я тоже за. Я себя оценил 100 сердец, потому что есть 100 евро и собираюсь гулять. Привет. Как настроение? О, отлично. Ты, говорят, плотник, да, золотыми руками? Ну, не плотник, просто резьба по древесине. Просто у дяди собственные станки, не станки, он меня учит. Здорово. А ты занимаешься спортом? Отжимаешься там? Отжиматься, подтягиваться, бегать. Могу тебя на плечи посадить, приседать. А меня сможешь на руки поднять? Без проблем. Кажется, они в разной категории. Да, извини, он не твой. Не отпускай ее сразу, покажи нам, на что ты способен. Конец. Да классно. Присядь с ней. Вы в разной весовой категории. Мы попросили тебя с ней присесть, даже этого не сделала. Все, девочки, спасибо. Спасибо, ты очень сильный. Прям очень понравилось, но почему носки? А почему нет? Я пас. Ничего больше ты нам показать не можешь, поэтому извини. Ты не интересен. Не особо так и хотелось. А мне ты нравишься, ты интересен, с тобой можно найти общий язык, и я иду ва-банк. Я думаю, это не мой типаж, и он мне не подходит, поэтому я пас. У меня все еще много сердец, я не могу так просто согласиться и пойти ва-банк. Нет, вот сейчас я пас. Нет, я еще хочу посмотреть. Смотри. Ну вот, у меня и конкуренции нет. Самый классный парень достался мне, да? Да. Я-то хоть нравлюсь тебе. Естественно. Все, а то как-то обречен получился. Они подходят друг к другу. Идеальные колхозники. Пока. Ну по себе, как говорится, людей не судят. Я думаю, что я Вовке понравилась, потому что он смотрел на меня очень так интригующие симпатии. Я думаю, что у нас с Катериной ждет великое будущее. Я так думаю, что мы подходим друг другу. На сегодняшний день мы выбрали друг друга. А далее, что будет, посмотрим, время покажет. В борьбу за парней вступает еще одна красотка. Анастасия. 20 лет. Будущий дизайнер. Во всем мечтает достичь совершенства. Совершенная внешность у нее уже есть. Ищет достойного спутника. Ну, привет. Привет. Что, повеселимся? Давайте за 500. Давайте. Да, ну, наконец-то, наконец-то вас дождешься. Да у тебя больше сердечек не будет. Домой пойдешь. И она просто боится, вот то, что со своей внешностью не сможет привлечь парня за 500. Отлично. Играем за 500. Я согласна. У меня всего 400. Сиди тут. А ты, Оля, пропустишь сейчас игру и посмотришь, как играют настоящие хищницы. Это ты где хищницу видела? В зоопарке? Оттуда вышла. Давай, ты сегодня в пролете. У тебя нет 500 сердечек. Смотрим за 500. Влад, 21 год. Индивидуальный предприниматель в сфере телекоммуникаций. Увлекается музыкой. Спортсмен. Играет на спортивном тотализаторе. Ищет интересную девушку, с которой будет о чем поговорить. Пожалуй, я соглашусь, потому что мне интересно, какой у него музыкальный вкус. Ну, всем удачи, он все ваши деньги потратит на тотализаторы. А ты там это вообще красненькую нажми, у тебя как бы сердечек не хватает. Да с удовольствием, деньги хоть сэкономлю. Как я не люблю эти творческие натуры, поэтому я пас. С таким на Мальдивы не слетаешь. А я посмотрю, причем с удовольствием. В 21 год и у него уже свой бизнес? Я хочу это видеть. Я оценил себе 500 баллов, потому что я сэдбой. Девушки, всем добрый день. Вы сегодня все просто очаровательны. Зарабатываю на спорте, на музыке, опять же, и имею свое дело. Ищу целеустремленную, верную и красивую девушку.
и чтобы с ней можно было о чем поговорить. Также занимаюсь легкой атлетикой. В свободное время читаю книги и путешествую. Я пас. Дело ваше. Слушай, но ты бизнесмен, а по внешнему виду не скажешь. Ну, я и не спорю. А бизнес-девушка, по-вашему, как выглядит? В костюме? Ну, ты пришел на шоу покорять девушек в рваных джинсах и даже не заправил футболку. Я пас. Девушка, ну я и говорю, у каждого свой стиль. Ты слишком много болтаешь. Я не люблю людей, которые слишком много болтают. Я люблю людей, которые много делают и мало болтают. Всем спасибо. Спасибо. Пока. Погладь рубашку. Я считаю, что меня не выбрали, потому что со мной сыграла шутка моя неуверенность. Я вернусь на проект «Черта за любовь» и заберу самую лучшую чику нашего времени. А если честно, мне его так жалко было. Парень так старался всем понравиться, а вы такие оказались. Так что же ты и не выбрал вначале? Да, почему ты нажала красную кнопку-то? Я ж не видела, что он такой. Блин, ну девчонки, ну, хороший парень на самом деле. Упустила. Ну может найдешь его в своей жизни, это твое, не больше. Ты-то точно никого уже никогда не найдешь. Зря отказались от парня. Парни на сегодня кончились, и мы с вами все идем домой. Ну что ж, я думаю, что у нас еще будет шанс выбрать парня. Мы найдем кого-то получше, да, чем мы видели. А я надеюсь догнать его сейчас на улице где-нибудь. Ну вот мы же говорим, это твой шанс. Ну, домой так домой. Все были какие-то отбитые, без амбиций, неинтересные. Меня не заинтересовал никто из этих молодых людей, потому что, ну, я понимала, что это не мой человек, прекрасно знала это и отказывалась от того, чтобы уйти с ними. Ничего такого сверхъестественного не было, из-за чего нужно было прямо-таки говорить «nice, nice, nice». Я сюда пришла за амбициозным, серьезным молодым человеком, у которого есть цели в жизни. Мой идеал, наверное, он должен быть умным, сильным, безусловно, красивым. Это, конечно же, достаточно хорошее качество. Вот. И интеллектуально развитым. Я очень хочу вернуться на проект, но уже в другом обличии. Сегодня была секси. Приду, наверное, в спортивной форме. И очень хочу найти себе обаятельного спортсмена, с которым мы будем вместе прыгать на скакалке.